Привет! Сегодня мы с тобой сделаем медитацию на присутствие селф. И для этого нам потребуется просто занять комфортное положение. Откинься на стуле или в кресле назад, комфортно. Закрой глаза. Положи руки также свободно на колени. И попробуй занять максимально удобное для себя положение, чтобы каждая часть твоего тела была в комфорте. Сейчас, с закрытыми глазами, мысленно двигаясь сверху вниз, от макушки до кончиков пальцев ног, пробежись по своему телу и отметь, есть ли какие-то дискомфортные чувства, какие-то неприятные реакции в теле. Просто пробегись: голова, шея, туловище, руки, ноги. Я подожду. Давай отметим что-то неприятное, что есть в твоем теле сейчас. Как тебе кажется, какая часть, какая субличность хочет твоего внимания через этот сигнал тела? Что это за часть испытывает этот дискомфорт, если он есть? Что хочется этой части от тебя сейчас? Давай скажем, что мы ее видим. И обязательно уделим ей внимание чуть позже. Давай попросим ее немного отойти. Дыши свободно, глубоко. Давай еще отметим, есть ли еще какой-то дискомфорт. Просто прислушивайся к своим частям. Если дискомфорта нет, то также отметь, что сейчас чувствуют твои части, как они реагируют на происходящее, кто подключается. Если же дискомфорт есть, просто отметь снова, что это за часть несет этот дискомфорт, что она хочет этим сказать. Давай скажем ей, что мы видим ее, что также уделим ей внимание и что она важна. Давай сейчас попробуем максимально успокоиться, максимально прислушаться к своему телу и дать максимальное внимание своему телу. Давай попробуем найти в теле, в твоем, то место, ту часть тела, в которой сейчас больше всего спокойствия, умиротворения, света, энергии какой-то, свободы, легкости. Попробуй найти это место в своем теле, где больше всего этих чувств, этих ощущений. Давай направим сейчас максимальное внимание к этой части тела. Давай сейчас посмотрим в это место максимально, с любовью. И если это что-то, что можно потрогать, к чему можно прикоснуться, просто прикоснись к этой части тела, потрогай ее, погладь. Если это что-то внутри тебя, то прикоснись на коже к тому месту, которое ближе всего к этой части.
Давай сейчас сфокусируемся на этом, на твоих ощущениях, на том, что ты чувствуешь, когда прикасаешься к этой части тела, и на своем дыхании. Вдох и выдох. Медленный вдох и медленный выдох. Давай максимально погрузимся именно в эту часть твоего тела, в это место в твоем теле. Как много там спокойствия, легкости. Давай попробуем прочувствовать то, что там происходит. Это же часть твоего тела. Тело, которое занято каждую долю секунды. Тело, в котором всегда что-то происходит. На клеточном уровне, например. Просто сфокусируйся на этом. Кости, сосуды, мышцы, кровь, которую перегоняет сердце, не прекращая. Почувствуй все эти процессы, попробуй на них сфокусироваться, вспоминая анатомический атлас, уроки анатомии, просто какие-то познавательные передачи. Представь все эти процессы, мельчайшие, тонкие, которые происходят внутри тебя. Максимально с любовью и с присутствием. Сфокусируйся на этой энергии, светлой, наполняющей. Побудь в этом немножко. Давай подумаем о том, насколько кайфова эта часть твоего тела, если в ней столько спокойствия, энергии, любви, если в ней все хорошо, все так, как нужно. Давай попробуем направить туда еще света, еще тепла, вспомнив какие-то моменты максимального расслабления, кайфа, радости, любознательности, безоценочности и просто какой-то приятной такой тишины внутри. Без каких-то оценок, без каких-то ярлыков, просто спокойствие. И давай понаблюдаем, что сейчас происходит с этой частью тела. Посмотрим, как этот свет еще больше заполняет ее. Возможно, этого света уже достаточно, чтобы поделиться с какими-то другими частями тела, в которых не все так спокойно. Давай вернемся к тому, с чего мы начали. Из каких-то мест в твоем теле, где не все спокойно. И давай представим, что вот эти вот световые фрагменты, вот эти вот части этого света, они как будто бы переходят и в другие части тела. И этот свет, эта энергия заряжает и другие части тела, которым не так комфортно, которые, может быть, несут какие-то неприятные воспоминания. Попробуй наблюдать спокойно и без каких-то оценок. Просто чувствовать то, что происходит, просто чувствовать свое тело и знать о том, что есть какая-то часть тела, в которой максимально спокойно и комфортно. И она может как будто бы вылечить другие части тела, поделившись своим светом. Почувствуй это. Прикоснись еще к этой части тела. Почувствуй на кончиках пальцев эти ощущения. Давай скажем спасибо твоему телу, которое так активно работает каждую секундочку.
которая справляется со всеми задачами и которая даже может помогать самой себе. Попробуй побыть в этом состоянии спокойствия и тишины. И пусть сейчас в твоей голове пробегают воспоминания о том, как такое уже было, когда было кайфово, классно, спокойно, беззаботно, бестревожно. Просто понаблюдай. Обязательно эти фрагменты есть, даже если они мимолетны. Они все очень важны, и мы можем их собрать как бусинки на веревочку и просто побыть в них, фокусируясь на теле в том числе. Давай представим, как эта часть тела, которая наполнена светом и максимальной энергией присутствия self, она становится все больше и больше, и другие части тела тоже заполняются этим светом. И становится спокойнее и легче. Просто почувствуй, как твое тело наполняется этими ощущениями от макушки до кончиков пальцев ног. Это очень классное ощущение, когда ты находишься в self. И когда ты просто мудро созерцаешь все, что происходит. Ощущая понимание, сочувствие ко всем своим частям. Все они классные. И классное твое тело, которое живет, которое способно чувствовать, радоваться, получать удовольствие. Побудь еще немного в этом. И сейчас это состояние ты можешь направить туда, куда тебе нужно. На любую деятельность или просто немного отдохнуть, закрепив это состояние. Побудь еще немного в этом. Спасибо тебе. Хорошего тебе дня, вечера или любого другого времени суток. Попробуй сохранить это состояние, побыть в нем еще немного. И периодически возвращаться к нему.